Во вторник в администрации Кашхабльского района под председательством Заура Хамирзова было проведено совещание, на которое присутствовали заместитель начальника межрайонной налоговой службы по Республике Адыгея Тимур Ахтаов, начальник службы судебных приставов по Кашхабльскому району Рустам Длюняев, главы сельских поселений и их заместители. Основным вопросом обсуждения стала организация работы по собираемости текущих налоговых платежей. Земля и имущество – это местный бюджет, за счет которого, соответственно, живут районы и поселения. Транспорт, налог – это региональный бюджет, но мы живем все в Республике Адыгея, поэтому на сегодняшний день по Кашхабльскому району уже произведены начисления. Я их озвучу, чтобы так для сведения вы понимали. По транспортному налогу начислено 18 миллионов 418 тысяч. По налогу на имущество 2 миллиона 592 тысячи. И по земельному налогу начислено 14 миллионов 421 тысячи. То есть это все текущие начисления, которые плательщики должны оплатить за 2016 год. Заур Хамирзов, обращаясь к главам поселения, призвал со всей серьезностью отнестись к этой проблеме. Тем более, что имущественный налог поступает непосредственно в бюджет района, добавил глава администрации. В ходе совещания был разработан алгоритм решения данной проблемы.